Коллеги, добрый день. Тестируем мы с вами торговую платформу SmartX от компании IT Invest. Давайте посмотрим сейчас на то, как она себя в целом, что она себя в целом представляет, и подготовим вопросы для аккаунт-менеджеров компании. Я постараюсь их на завтра пригласить нам в эфир. Только что мы ее загрузили все вместе в прямом эфире, посмотрели. Вот. Ну, давайте коротко пробежимся по основному функционалу. Файлы. Значит, в файлах мы можем выбрать новое рабочее пространство, сохранить рабочее пространство. Ну, то, что мы сейчас, допустим, сделаем какие-то вещи, чтобы это работало. Сохранить как? Загрузить рабочее пространство можно выбирать. Это хорошо. Вид, стиль программы можем выбирать. У нас сейчас Office 2007 Silver, а если я хочу, допустим, Windows, ну, а почему такая, скажем так, все-таки 7-го года все события это происходят? Как бы не совсем мне понятно. Ну ладно, это мы, кстати, зададим вопрос. Где у нас Office 2013, например? Вот. Панели инструментов, соединение, рабочее пространство, окна, график, графические, все у нас выбрано, это очень правильно. Котировки можем добавлять, алерты, логи события, состояния, все это мы завтра узнаем у коллег. Ввод заявки. Если я нажимаю ввод заявки, то что у нас появится? Вот появится то поле, которое, так сказать, разными возможностями. Хорошо, хорошо. Ну, давайте, вот не будем пока брать сюда, пока поставим. Ну, давайте, кстати говоря, купим что-нибудь по рынку. У нас это какой инструмент здесь? Т-16. А, подождите, ну, допустим, я вот хочу купить, я не знаю, евро-рубль на томе. То есть, что я делаю? А если я просто клацну? Ни один ваш счет не позволяет. А какой у меня субсчет-то? У меня какие деньги-то есть вообще? Состояние счета. Вот, если я нашел состояние счета. СТ. Так. И что? Вот, что значит ликвидацион? Ликвидационная стоимость 200 тысяч. Это значит что? Давайте смотреть. Кто работает из зрителей в IT-инвест, дайте мне знать, если кто-то знает. Потому что я хочу знать, есть ли у меня деньги. Могу ли я поторговать. Ну ладно. Пока состоянием счета мы оставляем вопрос открытым. Возвращаемся сюда. Пока ничего не покупаем. Вот. Вот. Счет у меня есть. Заявки я могу делать. А, ну мне, подождите, я не понимаю, у меня есть 200 тысяч, в чем проблема? Я хочу купить по рынку. Окей. Хорошо, а Роснефть я могу купить по рынку? А, Роснефть могу, то есть у меня стоит на рынок акций, я так понимаю. Да? А валюту что, нельзя, что ли, как бы? Что там, еще все работает, как бы. Ну, давайте купим Роснефть, тоже уточним эти вопросы. Количество. Мы купили один лот, а значит 10 акций. Филд. Статус заявки. Оппозиция. Мы же по рынку покупали. Оппозиция. Позиция есть. Вот заявки. Вот, вот, внизу регулируются заявки, сделки. Ну, понятно, состоялась одна сделка. Открытая позиция. Хорошо. Хорошо. Так, дальше смотрим. Так. Состояние счета мы уже узнали. Новый график мы можем вывести. Общие настройки здесь. Расширение. Ну, можем добавить, только что смотрели мы с вами, что мы можем делать. Ну, в общем-то, я хочу сказать, понятно. Счет, кстати, еще вот здесь. Это можно его тоже. А, можно выбрать из нескольких, да? Это вот то же самое, что мы смотрели через строку файла, но можно еще и посмотреть и вызвать это все еще через поля.
распоряжение сверху, то есть через графические сигналы, да? А вот это что такое экспорт? А, это, видимо, уже в демо, вернее, в боевой версии, наверное, только можно. Вот. Ну, вполне может быть. Вполне может быть. Ну что, коллеги, в основном идея понятна. Постараюсь завтра пригласить специалистов из IT-инвестора в это же время, в час дня, потестировать с нами уже практически все вопросы. Ну, а пока на сейчас мы тестирование торговой платформы IT-Invest SmartX приостанавливаем до завтра.